Всех приветствую на нашем канале Optonet. Сегодня у нас на обзоре вот такая вот подушка-массажер Massage Pillow. Огромный плюс ее в том, что она может работать как дома от сети 220 вольт. Также здесь есть специальный переходник для автомобиля. То есть прикуриватель поставили, и у вас будет свой массажер. Это реально классная штука. Можно использовать ее как для ног, для спины, для шеи. Сейчас мы ее распакуем, я покажу более подробно, как она выглядит, как она работает, что она вообще собой представляет. У кого останутся вопросы после просмотра данного ролика, вы сможете задать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Приятного просмотра, поехали! Итак, ребят, массажер идет вот такой коробочке. Здесь изображение самого массажера. И также вот здесь показано, как можно его использовать. То есть на спину, на шею, на ноги, на руки, в общем, как угодно. Открываем коробку. В комплекте мы получаем, собственно, саму подушку массажера. Вот таким вот образом она выглядит. Вот здесь части, которые крутятся, кнопка включения. А на задней части у нас выход для питания. Также у нас есть блок питания для того, чтобы использовать этот массажер дома, подключая в розетку 220 вольт. И также есть еще один провод для того, чтобы использовать его в машине. То есть это в прикуриватель и точно так же сюда подключать. Ну и инструкция по эксплуатации. Также здесь есть змейка, доступ к механизмам, которые там крутятся. Значит, смотрите, выглядит это все вот таким вот образом. Здесь две части вот такие, они крутятся. Если вы нажимаем кнопку, они начинают крутиться и тем самым делают вам массаж. Максимально все просто. Также вы можете закрыть это все дело вот таким вот образом. Смотрите, я беру блок питания, вставляю вот сюда, и вот эту часть просто нужно вставить в розетку. Вставил я в розетку, в этом массажере есть два режима, то есть кнопка on-off. Нажимаем один раз, начинают крутиться вот эти штуки, которые и делают, собственно, вам массаж. Можно видеть, что они крутятся. Если нажать еще раз, это инфракрасный подогрев, который будет немножко подогревать. И вместе с ним крутятся данные штуки. И третий раз, это просто выключение нашего массажера, то есть полностью его выключить. Благодаря инфракрасному подогреву центральная нервная система расслабляется и снимает напряжение. То есть сюда можно просто лечь, как на обычную подушку, и будет делаться массаж шеи. Ребят, данная подушка имеет небольшие размеры, поэтому даже если перевозить ее в автомобиле, то не займет много места. Можно просто в багажник ее положить или куда угодно. То есть реально она маленькая. И если вам нужно, просто провод в прикуриватель поставили, себе на сиденье, на спину положили. И, соответственно, будете ехать, она будет делать массаж. Это очень удобно. Особенно на длительные поездки, это касается дальнобойщиков, водителей. Домой пошли, взяли ее с автомобиля, и у вас дома тоже будет массажер, то есть два в одном. Она на внешний вид прикольно выглядит, отлично подойдет для людей, у кого сидячий образ жизни, то есть работают где-то, сидят за компьютером, людей, которые в дальнобойщики, ездят постоянно за рулем на длительные поездки. То есть это штука, которая реально будет бороться с вашими болями в спине, шее и так далее. Она расслабляет мышцы шеи, плеч, спины, ног и рук. Снимает чувство усталости, избавляет от сонливости, если вы... Ребят, вот такая вот подушка-массажер была сегодня у нас на обзоре. Massage Pillow называется. Лично мне понравилось больше всего то, что она может работать дома, от сети и в автомобиле. Это очень круто. На длительные поездки это реально помогает снять усталость. Если у вас остались какие-то вопросы по этой подушке-массажеру, пишите в комментариях, с удовольствием на них вам ответим. Не забывайте подписываться на наш канал, оценивать наши ролики. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на нашем YouTube-канале.